Здравствуйте. Бройте в интернете в поисках понятного мастер-класса по вязанию пинеток. Вы попали по нужному адресу. Позвольте представиться, я Долгова Юлия и мое хобби рукоделие. Для начинающих я подготовила пошаговый мастер-класс по вязанию этих пинеток спицами. Данные пинетки получились длиной около 9 сантиметров. Это примерно до полугодика. Значит, для вязания этих пинеток я использовала простую пряжу 200 метров на 50 грамм, акриловая. Значит, рабочие спицы номер 2. Вот такие обычные спицы толщиной 2 мм. Значит, вязание этих пинеток я разбила на 4 шага. Это вязание верхней части, можно сказать, манжета, вязание этой части, вязание бортика и вязание подошвы. Значит, каждый шаг как бы вот так схематически у меня зарисован, записан. Причем в процессе вязания я буду делать акцент на циферки, которые можно изменить, чтобы связать пинетки другого размера, то есть больше либо меньше. Также вы можете изменить цвет пряжи. Скажем, здесь связать одним цветом, здесь другим, здесь третьим. Также можете использовать этот мастер-класс как основу изменить узоры. Можно здесь провязать также чулочной вязкой, здесь использовать какой-то, можно даже ажурный узор. Но это самый простой вариант вязания пинеток. Итак, приступайте к просмотру и вязанию пинеток по шагам. Ставьте класс, лайк. Пишите комментарии, если что-то непонятно, обязательно поможем ответить. Итак, приступайте к вязанию и вяжите с удовольствием.